Света, чё молчишь, Света, говори давай. Света, блин, открывай рот быстро. Блин, Валера, боюсь говорить, они сейчас отписываться начнут. Чего? Ну потому что они подписались на меня, потому что вот это видео хайповое, 7 лямов мы с тобой, а они думают, я умная женщина и дура тупая. Ну и пусть думают, тебе чё? Хуй вообще, Валера. Пой давай. Котята, танцуют все. Девчонка красавица, в красном платье в ночь. Как звезды горят глаза, может ты меня ждешь. Ты мне улыбаешься, мы встречались во сне. Все мои бессонные ночи, все дороги вели к тебе. Моя, 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 неземная, как ты меня нашла. Мне до тебя везло лишь карты, теперь без тебя ни дня. Я за тобой в огонь, я для тебя пойду по краю. Я навсегда с тобой, я любить обещаю. Моя, моя неземная. Света, заткнись, Света. Ты молчу, молчу его же, Валера, молчу. Здравствуйте, котятки, здравствуйте, наши сладкие, милые подписчики. Это я, Светочка, и это наш Валерочка. Валера, голос, голос, Валера. Привет, народ. Фу-фу, Валера, на место! Котят, мы вас, конечно же, любим, очень любим. И огромное-огромное для нас счастье, это к вам приходить на YouTube хотя бы раз в месяц, но я это делаю. Где ты была, спрашиваете многие мои маленькие уродцы, где ты была, наша любимая Светочка? Я отвечаю своим котяткам, что я была... Валер, где была-то, блядь? Хоть я знаю, где ты была. Да где я только не была, котят. Я просто отдыхала, Мальдивы, курилась, с Настей Волочковой на шпагат садились там. С Евой Польной отдыхала, с Олькой Бузовой зажигала, коктейли пили на бордо. Шафт пили. С Тимати я рэп читала. С Филиппом яйца катала. Гадала, гадала. Я ж гадалка. Гадалка это, экстрасекс. Экстрасекс Света Леопольдовна. Ну а надо же как-то выживать. В стране кризис, как бы, знаете, а денежку надо зарабатывать. Конечно, как вы видите, с Валерочкой на Ютубе немножечко хайпанули. Хайпанули, к нам подписалось 20 тысяч новых наших зрителей. Котятки мои старенькие пердуны. Поаплодируем нашим новым зрителям, которые присоединились к Светлане Леопольдовне и желтой газетке. Хлоп-хлоп-хлоп, свои волосатые лопотные ладошки. Котятки, хлопаем, хлопаем, хлопаем. Овации, овации. Все, сели молча, заткнулись, уроды мои маленькие, ручки опустили вниз. Сейчас Светлана Леопольдовна будет зачитывать будет сейчас какую-нибудь хайповую новость про наших артистов. Нет, а про кнопку забыла. Ой, Валер, да я и забыла про эту кнопку, серебряную кнопку Ютуба мы же получили с Валерочкой, да, желтая газетка была награждена Ютубом за заслуги за 100 тысяч самых красивых, сексуальных, так и написано было в бумажке, это, hello, желтая газетка, поздравляем, что самые лучшие, самые красивые, классные котятки у вас на канале, и за это мы вам даем эту металлическую серебряную кнопку Ютуба. Сказала я им и положила кнопку. Я когда получила кнопку, хотя я сначала даже не поняла, что это. Эмоций никаких не испытала, как бы. Ну, как бы, а чего испытывать? Ну, привезли. Ну, принесли эту кнопку в картоне. Ну, распаковала, ну, посмотрела, ну, прикольно. Ну, здорово. Спасибо огромное Ютубу за то, что они нас решили наградить. Спасибо, естественно, огромное нашим котяткам за то, что нас смотрят. И благодаря вам мы получили эту кнопку от Ютуба. От нашего любимого Ютуба, который постоянно нас прессует и делает нам множество замечаний. К сожалению, мои сладкие котятки, очень скоро ролик, который набрал 7 миллионов просмотров, он будет удален с нашего канала, потому что YouTube нам сказал, убирайте. Убирайте, Светлана Леопольдовна, это говно, иначе мы вам дадим по пупке. Дадим по пупке и оторвем вам ручки. Я сказала, говно вопрос, YouTube, я все сделаю, как вы скажете. Поэтому скоро этого ролика не будет. Но, мои сладкие котятки, напоминаю, что ВКонтакте есть паблик, в котором все наши ролики, которые удаляют YouTube, блокируют YouTube, все это находится ВКонтакте в группе желтой газетки. Ссылочка находится в описании к этому ролику, мои сладкие котятки. Ну а сейчас, Валерка, чего, Валер, может еще раз спою, а? У меня же песня есть, про меня же Саша Рева написал песенку, называется «Алкоголичка». Вот, мы с Валеркой, конечно же, пользуясь случаем, сразу же записали свою версию про этой песни. И сейчас мои любимые зрители, самые красивые, самые пьяные мои зрители, будут танцевать под песню «Светлана Алкоголичка». Come on, everybody! Валера! Несмотря на милое личко, Света с Ютуба, алкоголичка. Счастье прогорает, как спичка, Света с Ютуба, алкоголичка. Несмотря на милое личко, Света с Ютуба, алкоголичка. Все перевернулось, страничка, Света с Ютуба, алкоголичка. Валерка, доставай из холодильника. Пусть пока остынет, газы выйдут. Валера, я тебе по морде, на морду нам, иди сюда. Не
не беси меня, милый. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Слова из новой песни Оленьки Бузовой как нельзя лучше отображают современную действительность, когда лайк, поставленный парнем на фотографии чужой девушки, принимается за измену. Да, Валерочка, да, вот так вот сейчас, да, такие времена сейчас. Ага. Вообще. Я бы тебе бошку оторвала, у тебя и так один глаз уже не видит, да? Будешь знать, как чужих женщин лайкать, ага. На днях Оленька Бузова представила на суд публике шуточный видеоклип на композицию «Лайк», в котором показала, как можно проучить бойфренда, уделяющего много внимания красавицам из социальных сетей. Только за час новое творение Оленьки Бузовой собрало более 200 тысяч просмотров. Господи! Официальный видеоклип в стиле ретро эпоха 80-х возвращается. Многим пользователям сети ролик пришелся по душе. К слову, в этой работе Оленька Бузова снова показала, что умеет посмеяться над собой. Да и большинство поклонников звезды отметили, в последнее время она стала исполнять более позитивные песни. А ведь раньше в творчестве Оленьки Бузовой преобладали минорные ноты. Я привыкаю, я привыкаю. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Нет, ты сейчас... Света, Света! Да молчу, молчу, Валер, извини, увлеклась. Значит, это... Бузова... Дай большинство поклонников... Подожди. Это неудивительно. После расставания с секс-игроком Локомотива Димочкой Тарасовым Оленька Бузова долго находилась в депрессии, что отражалось на ее композициях. Может, подумать, она, блядь, сука, их сама писала, Валера. Так это... Теперь все позади. Позади, крутой поворот. И Оля готова к новым экспериментам. Напомним, что Оленька Бузова основательно взялась за певческую карьеру после развода с Димкой Тарасовым. Вначале развелись они в 2017 году. Оленька бы могла начать ее раньше, но Димка не хотел видеть жену на большой сцене. Он говорил: «Сука, иди вари пельмени». Вспоминаю один момент, когда она хотела по... Подожди, а кто это говорит? Вообще не понял. Какие-то люди, блядь, говорят. Вспомнила мама звезды. Ирка Александровна. Понятно. Короче, ребят, такая новость. Это Ольга Бузова выпустила новый видеоклип. Называется «Лайк». Лайк, про лайк, за лайк. На ее YouTube-канале вы можете посмотреть. А я Светлана Леопольдовна и Валерка «Желтая газетка». Мы вас любим. Огромное вам спасибо, мои сладкие, что вы смотрите нас. За все спасибо. Спасибо маме и папе. Спасибо Валеркиной маме, Валеркиному папе. Спасибо огромное Сашке Градскому. Огромное спасибо. Неся, новость читаем. Смотри, новость новая. Чего там, Валер, чего там? Такое. Беру свои слова обратно. Андрей Разин публично извинился перед... Так, а что случилось? Кто обидел мою киску? Киску Ольку. Начав строить карьеру певицы, Ольга Бузова столкнулась с жесткой критикой в свой адрес. Относительно сольного творчества экс-звезды Дома-2 высказались как простые смертные, так и мэтры российского шоу-бизнеса. Среди критикантов оказался и продюсер «Ласкового мая» Андрюшка Разин. Считаю ее самой бездарной певицей всех времен и народов. Она даже... Нет, слушай, блядь, а «Ласковый май» прям пиздец. Прям талантище одни, прям просто самородки, блядь. Петь-то никто не умеет нихера, ты вообще Разин, блядь. Че, забыл, как по вагонам свои аудиокассеты продавал? Че это? Выйдем, ёпта. Тихо, Свет. Валер, извини, накипело что-то как вспомнила «Белые розы», «Желтые тюльпаны». Но год спустя продюсер кардинально поменял свое мнение, когда у него, наверное, рот зажал, да, наверное, после того, как он Ольгу оскорбил, его поймали ее друзья с Казахстана, и дали ему пизд. Валер, запикай, пожалуйста. Ну, сейчас YouTube очень строго к нам относится, они нас так не любят. Так, накануне он рассказал... Он это Андрей Разин, напоминает, тем, кто только что присоединился, не поймет, что за хуйня. Так, накануне Андрей Разин рассказал поклонникам, как провел время в обществе мамы Ольги, отметив, что представители семьи Бузовой милые вообще не люди. Они ему накатили стопарик, и Андрюшка разомлел. Говори, Андрей, давай быстро говори, что ты там хотел сказать, рот свой открыл, бля. Знаешь, Светлана, отдыхаю сегодня в Санкт-Петербурге на дне рождения хорошей подруги, где встретился с Ириной Александровной Бузовой. Это мама Ольги Бузовой. Я когда-то говорил, что Ольга самая бездарная певица всех времен народов, но я тоже не могу петь, и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек, у нее очень вкусные пельмени, и семья у них вообще хорошая. Оленька, беру свои слова обратно, мы с тобой лучшие певцы всех времен народов. Валер, бросай трубку нахер. Спасибо. К слову, Ольге не привыкать к негативу. Она не стала публично отвечать на прошлогодние слова Андрея Разина. Так что об этом случае можно, многие уже стали забывать. Напомним, Оленька Бузова стала штурмовать российский шоу-бизнес в качестве певицы 3 года назад. В тот период она только развелась с футболистом Тарасовым. По словам матери Оли, дочь хотела давно заняться любимым делом, но Тарасов был против. Я вспоминаю один момент, когда она хотела поддержки от любимого мужа Димки Тарасова. Это было при попытке спеть песню под звуки поцелуев. Но в ответ услышал только смех, сарказм и слова: «Ты че совсем борзела, дура тупая?» Валера, почему меня все называют дурой тупой? Ну, потому что ты дура тупая. Поняла. Котят, ну, в общем, такие новости про Ольгу Бузову. Новый клип вышел, Андрюшка Разин ее обидел, сказал, что она дура тупая. Потом мама Оли Бузовой нашла Андрея Разина, дала ему пизды. И Андрей Разин сказал: «Я люблю тебя, Ольга, I love you». Вот, сладкие мои котятки, я по традиции жду от вас лайки, дизлайки. У меня для вас накопилось куча новостей, куча новых интересных песен. Поэтому я с вами не прощаюсь, мои сладкие котятки, мои маленькие уродцы. Все готовимся к школе. Скоро цвета. Я же учительница. Я же вам не рассказывала, как я в лагере этой была. Как ее? Валер, как их называют в лагере?
Ну, старшая проводница, как? Не, пионер-вожатая. А, ну да, пионер-вожатая. Я к ним пришла, говорю, я хочу быть пионер-вожатой. Хочу управлять детьми. Они мне говорят, а у вас есть пилотка? Я такая, блин, да пилотка у всех женщин есть. Ну, они меня не взяли почему-то, я не поняла. Вообще, наверное, неудачно я пошутила. Валер, ну ладно, все, давай сейчас включай наш магнитофон. В розетку вставь его. А, батарейки. О, Валерка на батарейке накопил. Молодец, мой мужчина. Богатый стал. Батарейки пальчиковые покупает. Котят, в общем, сейчас буду петь песню какую-нибудь. Какую-нибудь песню сейчас спою. Вы потанцуете, и мы с вами поставим лайки, дизлайки, подпишемся на меня. Отпишемся, потом опять подпишемся. Ну и будем ждать новых выпусков от Светланы Леопольдовны и Валерочки. I love you, чмоки-чмоки, come on, everybody! Я соскучилась по вам, мои сладкие. Поехали, Оля, I love you! Ты на фото в Фейсбуке, загорелые в розовой майке, инстаграмные утки тебе ставят под фотками лайки. Я тебя не ревную, просто предупреждаю, не беси меня, милый, я с тобой не играю. Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот жопа. Валера, слово «жопу» запикай. I love you, Оля, come on, everybody. Я сломала пароли, прочитала твои переписки. Инстаграмные тролли тебе шлют свои голые сиськи. С неба рухнуло солнце, и земля задрожала. Так что, милый, готовься. Валера, я тебя предупреждала, иди сюда. Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот жопа, полная жопа. Блин, котята, я так по вам скучала, это просто какой-то пиздец. Я так соскучилась, мать моя женщина. Валера, Валера, покажи котятам, что у тебя есть, большое и толстое. А-ха-ха, не то, Валера, придурок ты, одевай штаны. Я про чувство юмора имела в виду. Котята, команда Рибандия. Давай, давай. Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот жопа. Котята, come on, everybody! Валера, показывай жопу! Все, одевай штаны, спасибо, до свидания, Валера, иди помойся сначала.